В Барнауле прошел второй городской форум IT-разработчиков в формате хакатона. Участникам за 48 часов предстояло создать прототип своего собственного проекта. Здесь за короткий промежуток времени, за 48 часов, можно успеть сделать проект, получить по нему обратную связь от менторов, защитить его и даже, может быть, даже заработать. То есть, в принципе, может быть, кто-то из менторов заинтересуется и захочет проинвестировать. То есть, на самом деле, для начинающих стартаперов это прям идеальный шанс. В этом году форум вышел на краевой уровень. Кроме барнаульцев, в нем приняла участие команда из Бийска. Площадки форума работали круглосуточно. Программисты, дизайнеры и маркетологи 2 дня работали над своими проектами. А наставниками для стартаперов стали успешные алтайские предприниматели и руководители компаний. Они давали советы и оценивали IT-разработки. Участники создали проекты игрового направления, приложения для автоматизации работы компании и другие. А чтобы помочь реализовать проекты, созданные на хакатоне, между победителями распределили призовой фонд 50 000 рублей.